9 мая в нашем городе прошло торжественное празднование 70-летия Великой Победы. По традиции, проходило на мемориальном комплексе «МИУС Фронт». Здесь собрались ветераны войны, труженики тыла, руководители предприятий, учреждений, организаций города, представители общественных организаций, краснолучане. Открылось оно благодарственным молебным пением. Затем праздничные фанфары возвестили о начале митинга концерта «Память в сердце береги». Поздравили всех присутствующих с праздником представитель Луганской Народной Республики Марина Филиппова, глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко. С праздником, с днем великой, священной, но, наверное, самой прекрасной, которая может быть, победы в Великой Отечественной войне. С днем нашей победы. Спасибо всем, с праздником. Наша сердечная благодарность носителям правды о войне, героям, ветеранам. Спасибо вам, родные, за то, что дали возможность нам родиться и увидеть этот мир во всей его красе. Спасибо за то, что есть связь времен и поколений, за то, что будущее стало настоящим. Спасибо вам за нашу великую победу. С праздником! В этот святой для нас день мы с болью в сердце вспоминаем самую жестокую, самую кровопролитную, самую ужасную войну в истории человечества и чтим память тех, кто ценой своей жизни и здоровья освободил мир от фашизма. Собравшиеся почтили минутой молчания светлую память тех, чьи жизни забрала война. К монументу подняли факел с вечным огнем и возложили гирлянду славы. Также представитель Луганской Народной Республики Марина Филиппова, глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко и все желающие поднялись наверх и возложили цветы в память о героях. 30 миллионов. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители нашего города.